По содержанию игра одна из лучших, наверное, а очко даже одно не взяли. Обидно? Ну, конечно, обидно. По такой игре надо реализовывать свои моменты. У нас в начале матча, вы сами видели, был хороший момент, но мы его не реализовали. Даже два хороших момента. Могли уже к минуте 10-й 2-0 вести. Но вы не забили. Спартак играет молодежку на синтетике, но поле, наверное, не знаю, я вот такого нигде не видел. Что по этому полю скажешь? Насколько комфортно на нем играть? Отличается ли оно чем-то от других? Ну, очень комфортно поле. Ну, не скажу, что чем-то отличается. Просто оно более удобно, и мяч стелится очень хорошо. Нету ни коечек, ни никаких изъянов на этом поле. Вот один из лидеров «Динамо» в прошлом туре на своем поле, да, было значительно сложнее. «Спартак» уверенно идет на первом месте, но в то же время команда сегодня именно «Крылья Советов» играли совершенно по-другому, намного увереннее. С чем, на твой взгляд, это связано? Почему в домашних играх не получается демонстрировать такой же уровень футбола? Ну, наверное, более, ну, в домашних стенах больше ответственности, все переживают за результат. И начинают делать неоправданные ошибки на свои. Ну, а в гостях как бы меньше ответственности, еще такой соперник, как «Спартак», никто бы нас не осудил, если мы бы там проиграли. Ну, конечно, хотелось выиграть бы, но увы.